Прошу прощения, но чего-то я икаю, блин, сильно. Вспоминает меня кто-то, не злым тихим словом. Интересно ж, кто меня может вспоминать-то в 8:30? Учитывая, что я сегодня точно ни с кем ни о чем не договаривался. Или договариваю? Ладно, неважно. А то сейчас что-нибудь вспомню и убегу нафиг. В панике. О, Томас, завтра ты отдыхаешь? Блин, классно тебе, слушай. Так, он не долбанул, это хорошо. Так, давайте запхаем туда. И какая скорость наберется? Слушайте, какая у меня максимальная скорость? А не жахнет ли он? 155 тысяч оборотов можно максимум набрать. А, ну правильно, если мне ничего не поступает, то скорость снижается. Ну-ка. Мне интересно, за скольки можно ее догнать? Да это шикарная вещь, я вам скажу. Да и разгоняется неплохо. Так даже если. А, рычагом, говорит, запитать. Блин. Я знаешь, про рычаги даже не подумал. Точно, у этого же, у Мирузуки же такой же стоит и с рычагом. Я даже не подумал, что рычаг тут. Блин. Сейчас я на морду его поставлю. О! 100 тысяч оборотов. Ёжик. Без башки, без ножек. Клево. Да, ребят, я про рычаг у Томаса прочитал. Тут уже в чате заспамили. Ну, я не всегда обращаю внимание на чат. Что делать? Теперь мне нужны трубы. Трубы, чтобы высасывать отсюда. А, давление, да. Точно. Пси это давление. Нет, это у меня где-то. Да, вот тут лежит резина. Вот тут лежит редстоун. Так, а здесь лежат блоки. Полезности вы где? О. Так, далее мне понадобится делать песок из кобылы в дробитель. Не, зачем? Я песок делаю из песка и редстоуна в Tome of Alkahest. Red Power занудный. Не хочу в нем делать. ЗЗЗ, хорошо. Или минимум стоуном он крафтится. Ну, короче говоря, песок есть гораздо более простые, менее энергозатратные способы, чем дробилка. Овощ не стримит, потому что он занят, он работает, а не потому что он админ Зеты.
Ну и кто еще не лег, блин? О, аллилуйя. Аллилуйя. Так, кто-то мне что-то писал. Так, мне понадобится один движок. Я думаю, всего... Нет, пожалуй, лучше два поставлю. Пару рычагов. Мне понадобится... Понадобятся золотые трубы. Мне понадобятся деревянные трубы. И... да и все, наверное. Хотя, стоп. Давайте-ка попробую фильтром высасывать. Фильтр, фильтр, фильтр. Транспоузер. Угу. Так, сейчас по сундукам пробегусь. По-моему, у меня где-то был фильтр, и не один даже. Такой запасной лежал. Нет, видимо, нет. Два слитка. Просто фильтр там покошернее будет, конечно. Побыстрее даже. Не то чтобы что-то там еще, но он быстрее будет точно работать. Ну, правда, придется еще один таймер ставить, паврусский, но это уже издержки. Да, блин, где все мои механизмы? Вот он, таймер. Привет, таймер. Таймер у меня постоянно живет тут. А мне нигде ресивера не осталось, ни одного. Черт. А, ладно, как-нибудь подключу. Да, блин, янтарь, иди к черту. Так. А, нет, стоп. Так, мне надо, чтобы оно высасывало из сундука и запихивало вот сюда. Ну-ка. А, ну да, он, блин. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так уж и быть. Главное не забывать. А где все апгрейды? Я не понял. Чё за херня? Эй, только не говорите, что я все апгрейды... Точнее, что он все апгрейды съел. Эй, какого хера? Именно его. Что за жопошная машина? А что написать? Томас, а не сожрет ли машина мои апгрейды? Блин. Это нифига не логично, это серьезный баг. Если ты мне, конечно. Охереть, блин, можно. Так, какой откат? Ладно, хер с ним, пока запитаю так. Но, блин, это крайне жопошно.
1.5.2, да я не против бы. На самом-то деле. Так, хорошо. Хорошо. Все равно это все одна большая конструкция, так что неважно. Блин, какие неприятные машины. Хорошие, но, блин. Но, блин, кто-то поленился их допилить. Вот, по ощущениям. Так, теперь главное тут ничего не подключать, иначе эта хренотень еще и долбанет. Ну. Капец. Самое приличное, что я могу сказать. Так, ну мне хотя бы нужен хотя бы один оверклокер теперь. И хотя бы пару трансформатора апгрейдов. Я уже в жопу, я не буду крафтить эти оверклокеры, блин, если оно их так жрет. Каким ключом из Грегтех? Omnitools дает, блин, ключ, который снимает все что угодно. Не надо пороть ерунду, чтобы... Чтобы не знаю что. Так, МВ-трансформер. Так, мне провода нужны еще. Нет, провода должны быть тут. Вот они. Так, раз, два. Да нет, Томас, у меня откат был-то вообще чуть-чуть. Я же уже стоял, я докрафчивал Energy Storage апгрейды, то есть у меня все остальные были скрафчены. Я потом пошел их все дружно засунул туда. Так. Не, эта хрень, походу, просто сожрала мои ресурсы и время. Вот сейчас мне реально жалко ресурсов, потому что у меня просто нету столько олова. Мне надо карьер запускать срочно. Поэтому придется еще черепашек погонять, наверное. Да, блин, сколько всякого говна по карманам, как оказалось. Так. О. Еще какие-то апгрейды. Интересно. Надо будет покопаться. Фук Ронд. Только пришел, сразу Фук Ронд. Приветствую. Кто о чем? Вот кто о чем, блин, а Кронт, как всегда, о своем. Там своя атмосфера. Когда на сервер придете играть? С Блэк. У нас тут Грег Тех и хардкор. Так, и вот это вот буйнище. Да, блин, у меня редстоуна с собой нету. Что ты будешь делать? Не, хватит двух, пожалуй. Для человека, у которого кончается олово, я его трачу как-то слишком неразумно. Так. Кронт, сборка Feed the Beast Ultimate. Можешь там в Википедию почитывать. В общем-то, ну, сборка хардкорная достаточно. Хотя и терпимо.
Хардкорно, как бы нормально хардкорно. Без завихрений там всяческих. Ресурсы в блоке. Какие сундуки создавать? Зачем сундуки создавать? Почему я должен сундуки создавать, а? Я буду Applied Energistics использовать. Мне не надо никакие сундуки. Так, раз в секунду она будет отправлять 9 вот этой вот штуки вот сюда. Так, ну и здесь. Так, сейчас давайте сначала заряжу его. Оверклокер. Трансформер и вот это вот. И... Есть, живо. Жив, цел, бобер. Так, далее. Мне надо высасывать предметы вот отсюда. И туда их. Раз туда. О, а вот оно. Так, здесь будет стоять сундук. Тут у меня будет стоять движок. На полную мощность, я думаю, он будет справляться более чем. Да, схему сделать покомпактнее не мешало бы, конечно. А, и не нужна труба, которую я нахрен выкинул. Отлично. Ох, когда же у вас отпуск уже кончится? Ну, в том смысле, чтобы поскорее пришли поиграть, а не в том смысле, что когда же он кончится. Я думаю, с вами будет весело. Потому что я не помню, чтобы я видел, что вы играли в моды. Там Railcraft, Buildcraft, по-моему, максимум. Ну, собственно, что все видели на канале. Так. Ом-ном-ном. Мне нужна труба. Мне нужна деревянная труба. Ну, отлично. Я надеюсь. А, нет, стоп. Эти механизмы... Я знаю, что прокатный стан не дает. Ну, вот этот вот, на котором плейты делать, грек-теховские. Я знаю, что он не дает высасывать с морды. Но вот делает ли это вот эта машинка? А пофигу, еще рычагов скрафчу. Так, есть ротор запущен. Ой, не ротор, давление, блин. Почему я его считаю как обороты? Так, включаем лаги. Включаем ведьм. Понеслась. Эй. Что-то было. А, понятно. Да, надо оверклокеров поболее делать. Иначе оно будет очень долго разгоняться. Я не понимаю, оно выпадает или нет? Или куда оно девается? А, это здесь булькает, все.
Норберт, и при этом ты сидишь в мобильнике, когда кушаешь медальон? Что-то не верится. В ресторане сидеть в интернете как-то грустно, мне не кажется. Не, рычаг уже висит, Томас. Просто он, блин, медленный, как парализованная старушка. Ну, это не скорость, но... Ну, серьезно. Не, я еще один, пожалуй, поставлю. Вместо того, чтобы мучить вот этот вот. Мне все равно не нужна бешеная скорость. Отлично, я таймер оставил там. Блин, браво мне. Ну, Кронт, одному в ресторане сидеть, да. Это вообще печалька. Сплошная. Поболее где-то на 3 секунды, наверное. Сейчас, ну все, все уедет туда. Я откалибрую. Уже приличная скорость. А, ну блин, оно стаками его туда катает. Естественно, тут ни хрена не справляется. За желтым стеклом ничего, это сова вешала. Можно чуть помедленнее сделать. Точнее, чуть побыстрее. Так, наверное, до 3 секунд даже понизить. Так, ну с оверклокером оно будет больше 75 тысяч оборотов. Это точно. Для разгона, конечно, не помешало бы. Туда еще пару оверклокеров, но в таком случае придется их крафтить, а у меня нету. Просто тупо нету олова. О, до 2 секунд. Правильно, оно разгоняется, и в общем получается так, что... Так, интересно, что-нибудь вообще поступает в этот? Вот сюда вот, хоть как-то. Ага. Так, отлично, здесь пошел лазурит, пошел сюда и на крафт. Все, в общем, микрозавод работает. Осталось, ну так, если совсем уж выеживаться, можно еще... Так, побольше. Можно еще будет добавить какой-то автоверстак, который, ну вот эти фабрикаторы, один будет крафтить там резину, ну, в общем, резина, медные провода, там добавлять, в общем, чтобы крафтились микросхемы, и из этого сундука, чтобы бралось в итоге, брались блоки и крафтили сразу лесу блоки. Ну это совсем уже для ленивых. Так что я, наверное, это сделаю попозже. Ну, у меня сейчас только резина есть, тина нет, поэтому надо бы, конечно, покопаться с этим.
Так, забрала, поступила. Забрала, поступила. Это танец. Это, черт возьми, просто танец. Кстати, не так уж и лагает, когда здесь стоит одна секунда. По-моему, вообще даже не лагает. Ну да, нет, есть чуть-чуть картинка подтормаживает, но терпимо. Ну, Кронт, это... Нет, все-таки это интересно. Эти моды все же хороши. Так, пореже. Так, со временем я просто смотрю, она плюс одна лежит. То есть не успевает движок деревянный высасывать. О, Алекс Драйван до мозгов в банке докопался. Поздравляю, надо будет у тебя их... Надо будет пару штук у тебя купить за что-нибудь. А сейчас туго с этим. Ну, мне надо опыт там хранить в чем-то. Не всегда же хочется там стоять. Так, ну что? Еще понаблюдаю немножко. Какие-нибудь вопросы есть? Ну, подарки подарками, но лучше покупать. Лучше обмен. Обмен он как-то интереснее. Ладно, движок разгонится, все будет замечательно. Обалдеть, блин. Просто обалдеть, блин. Это какое-то долбанутое удовольствие смотреть, как тут все крафтится, тут здесь все катается, там все работает, что-то шевелится, что-то где-то производится, блин. Так, и вот этого хватит ровно по вот этого на 8 блоков, вот этого на 8 блоков. Лесу блоков, естественно. Сколько я за X-сплит плачу? Да не дай бог еще X-сплитом пользоваться. У меня OBS бесплатный, по-моему, гораздо лучше, чем X-сплит. Разве что там есть некоторые возможности, ну, зато OBS бесплатный, развивается быстро. И жрать не требует. Так, чем бы мне дальше заняться?